А, я смотрю, это уже не первые косяки у тебя, япончик, мгновенно. Ну, ребят, сами виноваты. Мгновенно сотку докинул, потому что надо было 200 выдать. Какая систа там? Япончик, кинь. Дайте лапку. Чек на бах. У меня нет каски почему-то. Войт. Ты заходишь? Да. На баф и пул. И это воет, слышишь? Поставь его так, как он должен стоять, потому что у кого-то там проблема, он пост смещается, когда этот он мир залазит. Вот-вот соскользнет в бездну. Я как обычно ставлю, не знаю почему. Вам выпала честь. Он на тебя уходит пост. Сейчас не уходил. Это до этого пул неправильно встал. Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. На нас. Мне попался играть. Заходи. Короче. Если что, у меня БР есть в свету.
Как он умер, что случилось? Лезу. Нормально в одном компе стоять не мог. Юмер по нямке зайдите. Лес его тоже. Луцинь поднимаю. Мгновенно дамаг от смерти мне в личку. Кого поднять? Мгновенно? Да. Поднимаю. Показываю. Иннер, я уже просто отсюда. Просто отец встать можешь, нет? Я закинь по нямке. Третья фаза, портал прямо здесь. Энджи, подними Ваниэля. Нас перебежали. Тьма активнее бейте. Рен. А еще активнее бейте, свет стоп. Почему мгновенно не подняли шин? Он еще раз был. Тьма больше бить, свет на стоп. Танки. На танке, на танке. Свет активнее бейте. Больше тьма, больше. Свет стоп. Наверное, вторая информация о смерти тоже не будет. Свет активнее. Свет активнее, тьма стоп. Тьма стоп. Умер просто. Минус на босса сильно жаль. Больше тьма, свет стоп. Нет, тьма. И пора там где-то. Не, рано еще. Еще рано, но... Свет, осторожнее. Нам больше бейте. Мы не можем, нас четверо. Свет, бейте. Так, аккуратнее. Так, а как переагривает босса, Луцинь? Как ты это делаешь? Стоп, тьма. Дайте Геру в цвету. В цвету все сдохли, если чего, я сегодня в курс только. Слышно, падаем. Отлично. Лезвие зайдите. Сколько там у босса оставалось? Херня там, процентов 10, наверное. 8. Так, мгновенно, то есть ты хочешь сказать, что
Тебя убило исключительно дотой 8, и тебя типа никто не хилил. Так можно же смерть посмотреть. Там написано, что лезвие не отображается. Почему в тот раз не может быть не отображаться? Информация о смерти они не отображаются. Надо смотреть по этому. Мамонта или Дживса? Так, ладно. В рейд, наверное, на замену. После того, ты бежал, резко в свету оказался, это 100% лезвие. Делаем крайний пул Халиона, и на завтра остается лишь Жайна и Халион. Пока все в рейде находятся. Кто не сможет прийти, отписывает мне в личку в Дискорд. Кто ничего не напишет и не появится, ваше попадание в рейд будет под большим сомнением. Я могу сразу предупредить, завтра не получится у меня. Полностью поломанный. Поставьте, пожалуйста, или Мамонта, или Дживса. 10% на все одежды. Я поставил. Ты снова сдох от лезвия, да? Кто? Это твой второй косяк. В Раск зайдешь во тьму, в Нель в свет. Альт F4, да, ты в свету. На бафы пулорчи. Нямка. Есть еще саброд один? Лапу дайте. Выйдите, босса. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Я уже предупреждал про оскорбление, переход на личность. Либо вы это закончите прямо сейчас, либо вы идете в мут на неделю. Меня это уже заебло. Сначала нужно выбрать цель. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Лево, вправо, отойдите. Больше по боссу. Серьезно, просто в огне сгореть. БР, есть у кого? Вы найдете лишь
33 секунды мне будет. Дал зубы ковать. Не надо, я полтоса даю, заходим. Так, ладно, пока не Берри, что потом скажу. Подальше отойдите. Сейчас буду крутить. Тройка. Ребят, серьезно, левее, быстрее, быстрее, понимаете? В один кэмп встаньте, всех. Один кэмп. Стопните по боссу. Стоп, стоп по боссу. Стоп. Вообще никто не бьет. Бейте босса. Смотрите за порталом. Слева, слева. Группа тьмы. Один кэмп. Лес. Почему лезвие сразу же в нашем пути? Кават сильно подвинул. Я подвинул, чтобы... Сила обратно, а рейд обратно. Тьма дохлая, падайте. Делаем РЧ на последний путь. На ней сейчас... Оставьте мамонта кто-то. А вон, Drift стоит все. Кто хочет сделать крайний пул, да, кто не хочет, нет. Че, у тебя броня, дела? Че, типа, еще шортаем много времени, не? Просто отец, нажми чего-нибудь. Только один против, поэтому делаем еще пул. Меня хуево слышно? Да, тебя хуево слышно. Почему-то это лезвие появилось, мы, видимо, перекрутили, да, босса? Кават его перекрутил, потом он его вернул обратно, но рейд обратно не вернул. Перекрутил я для того, чтобы вы вышли спокойно в портал, и оно вас не вдохнуло. Так. И вы смотрите просто, где бок этого дракона, все. Сбоку надо стоять. Да нахуй вы паритесь. Поставьте метку на человека, который не дохнет в лезвие. И все, и стойте в метке, блядь. Хули вы ебетесь. На туре, где ты раньше воет был. Метка на человека, который не дохнет и перебегает. За ним из-за метеора перебегайте. Вот две метки. Соскользнет в бездну. Чем ты это делаешь? Ты даже, блять, лапу не дали. Узреть начало эры. Раз... Чего? Ну, в тьме пускай тебе стрелять. Да я сейчас вообще не сориентировался. Зачетный. Первый раз на лезвие. Зачетный. Эй, не похуй. Ну, он писал, что одна минута бьем. Yeah.
ведет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Теорит. На вашей стороне. Больше побольше, больше. Раз. По боссу забрать? Ладно, мне спокойнее передать вызов. Заходим только на пульт. Мне уже не надо на пульт. Сейчас буду крутить. Подкручиваю. А тут очень хорошо. Левее, быстрее. Сейчас Брей догонит. В один кэмп. Я пока не могу произнести это заклинание. Сейчас опять лезвие будет. Сука, кто здесь спелил? Кто здесь спелил, спрашиваю еще раз. Еще раз такая хуйня будет, 1000 получит. Ну, он сам себя забил, прям. Фаза. Лезвие. Макс, стопнули сейчас вообще. Вот парха. Выходите, Риши. Похил там-то там. Я же говорю, стопнули, да, Мак. Жмись. Все нормально? Бьем. Пока да. На больше. У кого есть БР, поднимите враску. Свет стопните. Враска, портал прямо возле нас. Скажу. Бейте свет. Лезвие, не заходи. Лезвие отзывал. Свет, стоп. Бейте свет.
Брат, почему не подняли? Свет, стоп. Ты умер еще раз? Нет, я еще не зашел. Свет, стоп. Свет, заходи. Заходи в портал, просто. Быстрее к нам. Стоп, свет. Едь, свет. Нари, вынеси. Вынеси. Свет, осторожно. Бейте. Дайте гиру в обоих мирах. Сейчас уже некуда выносить. Давайте босса. Вот почему этого босса мы убить можем, а лича тоже. Спасибо, можем лича, что блядь. Пошли на лича. Ну сотку не дадут нам. Отработать. Просто надо фисяу туда. Да не, Фарадо, меня замет диспела. Я не мог уже после чаржа отойти никак. Полчаса есть, пошли лича и бонём. Да ладно, это сотка все равно была. Слышно, нет? Сотку я... Заменишь? Так уж. Не, я знаю, я и говорю то, что ништяк, то, что мы убили, потому что сотки нету. Еще убийственный пул. За прошлый пул, что мы делаем? На какой пул? Начисляем, значит, ГП четверым людям, включая меня, кто развалился на лезвие. А сколько чашка стоит танковская? Любые чашки стоят 800. 800, да. Войт, ты когда стрим чанский будешь выкладывать? Я, правда, не успел проголосовать, но ладно. Ты, блядь, если тебе надо, скажи, и ты выше по приору по-любому. Да, я знаю. Хай у него будет. Вага, чё, разрешишь на друиде оставить ИП? Оставь. Я не понял, а как ты в последний момент, ты выносил метку, ты чаржнулся и... Меня замедлило. Момент... Меня замедлило, появилось лезвие, я уже не смог отойти вправо. Замедление-то осталось все равно после чаржа. Давай, чё, всё, отдыхают сегодня? Да.